А как ты считаешь, вот авторы фильма своего героя, они каким-то образом оправдывают или просто демонстрируют на суд зрителя? Во-первых, конечно, на суд зрителя. Преступления его остаются преступлениями? Конечно, потому что, что бы ни происходило, личный выбор всегда на совести человека. Если уж ты собрался убивать людей, причем которые вообще не при... вот лично к твоим бедам никак не привязаны. Для того, чтобы пар спустить, поправить свое материальное положение, неважно почему, то ты преступник, чтобы тебя к этому не подтолкнуло. Это плохо. Другое дело, что опять же нам в кино показывают, что ничего, что происходит, не происходит просто так. У всего есть свои конкретные, причем очень глубокие причины. И вот конкретные глубокие причины довели человека, поставив его в невыносимые условия жизни, что эта жизнь перестала ему быть нужной вообще, а значит, ему резко перестала быть интересной и нужной любая другая жизнь вообще. Вот, кстати, из такого пункта очень хорошо бы получился тот самый Джокер Хит Леджера, которому просто наплевать вообще на все, что здесь есть. Ему не нужны машины, ему не нужны деньги. Он хочет сеять хаос и убивать. Вот тут да, может быть. Но, повторюсь, личная ответственность при этом никуда не девается. Потому что оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. Убийство оправдать нельзя вообще ничем. Я понимаю, если бы Джокер... Вот тут, на мой взгляд, зря, конечно, это показали, что он становится неким героем на какой-то момент, в конце концов. То есть толпа в клоунских масках вокруг него пляшет, он там на капоте машины рисует себе кровавую улыбку собственной кровью после того, как в милицейскую машину ударилась скорая помощь, ведомая такими же клоунами. Короче говоря, он становится неким символом. Но героя... это... символом, но героем ли? Как ты сейчас сказал? Конечно, не героем, разумеется, но для толпы в этот момент... в этих клоунских масках. Если в Нолановской трилогии, там во второй части, собственно, в «Темном рыцаре» говорили, что мы все должны стать немножко Бэтменами, то тут все стали немножко Джокерами. И вроде как он какой-то символ, да, какой-то триггер. То есть это некая, да, давайте в кавычках жирных, революция. Ну, понятно, Майдан, смута. И он якобы вот в центре находится в этом, этого урагана. Это очень зря, конечно, сделали, потому что... ну, какой из него центр? Ну, о чем бы? То есть... А может, как раз таки показано, что... вот если нормального лидера у протестов нет... я к чему? Я к тому, что говорю, что он бы... если бы собрались бы делать из него лидера чего-то, вот он должен был не просто убивать, или, возможно... первые какие-то у него были убийства зря, а потом он бы пошел по некому плану, чтобы поменять что-то. Может быть, это было бы неправильно, может быть, это было правильно только в его больном мозгу, но это были бы оправданные убийства. Понятно, ради чего. Да, это извращенная, хреновая, плохая цель, но понятно, ради чего он идет на все это, чтобы достигнуть чего-то, к чему он стремится. А он хочет просто мести. Причем социальной мести, обезличенной мести непонятно кому. Вот тут, конечно, можно было бы его... ну, оправдать, конечно, плохое слово. Нет, не оправдать. Оправдать смыслово. Вот да, можно было. А вот тут вроде как показали какой-то бунт. Он в центре этого бунта. Но это ни к чему не приводит. Приводит его, в конце концов, в дурдом. В самом конце. И, конечно, никакого оправдания тут быть не может. И в фильме его, собственно, и нету. Он преступник.